большой привет, дорогие друзья. Меня зовут Раи, и вы попали на мой музыкальный блог. Да, добро пожаловать. Кто здесь впервые, прошу подписаться на этот канал, если вас заинтересует мое творчество. Да. Что это я собрался сейчас делать? Ну, как видите, у меня гитара в руке. В руках. На руках. Короче, вот она лежит. И на шее висит холдер с губной гармошечкой в тональности C. Мы будем с вами разбирать мою новогоднюю песенку, которую вы можете использовать в качестве конкурсной песни. Вот в этой акции. Разберем мою новогоднюю песенку и традиционно сначала исполню ее для вас. Поехали! Тихий ветер вдали, суета впереди, пешеходы пила. Сзади наши следы, ночь меняется днем. У окна стоишь ты, первый снег, холода и безумные сны. Ты знаешь точно, что невозможно предугадать всему. Одно мое желание осуществить возможно в этом самом новом году. Снежный зал осил дел, день подходит к концу. Килограммы желаний раздувают пыльцу. Ночь меняется днем, у окна стоишь ты. Первый снег, холода и безумные сны. Ты знаешь точно, что невозможно предугадать зиму. А новые желания осуществить возможно в этом самом новом году. Центральный давно слышу я голоса. Ночь меняется днем. У окна стоишь ты. Первый снег, холода и безумные сны. Ты знаешь точно, что невозможно предугадать всему. А новые желания осуществить возможно в этом самом новом году. Ребята, давайте посмотрим аккорды нашей новогодней песенки. Главный аккорд С, до мажор. В песне этот аккорд еще встречается в чуть-чуть измененном виде с добавлением мизинца на третьем ладу третьей струны. Это аккорд С7 уже, с таким большим напряжением, тяготением. Аккорд АМ у нас есть, но я его беру чуть-чуть в измененном виде, то есть делаю из него АМ7. То есть, убирая безымянный палец, получается АМ7. Дальше аккорд F есть. Пора уже брать, дорогие друзья, аккорд F. Если у вас не получается, берите вот таким образом. То есть, верхние два звука просто у нас отсутствуют. Аккорд F при помощи малого баре, мини-аккорд F. У меня уже есть урок на то, как зажимается аккорд F и вообще баре, как их запомнить. Вот переходите по ссылочке, изучайте этот вопрос скорее, чтобы
не париться насчет этого вопроса и спокойно играть все песни, которые захотите. Пожалуйста, переходите. Следующий аккорд смотрим. Это G. Обычным способом. Но еще в песне я его беру так же, как аккорд C. С семерочкой. G7 делаю. Добавляю ноту фа на первой струне. Вот такие вот аккорды используются в нашей песне. Посмотрим бой нашей песни. Такой джазовый бой. Свинговый, если быть точнее. Как его сыграть? Как его сыграть? Берем аккорд С, дергаем бас, три нижние струны, хлопок, потом дергаем бас с тремя нижними вместе, потом третью струну, потом делаем хлопок и сразу удар вниз. И еще добавляем удар вверх. Это в мельчайших подробностях только тяжело кажется. Но когда выучите, это поймете очень просто. То есть смотрим. Вот и все. Но при игре не обязательно, ребята, вообще соблюдать вот попадание на третью струну или вообще по трем нижним. Это просто я общий шаблон вам привел, если уж не знаете, как играть или впервые играете, играйте так. Но не принципиально попадать именно на третью струну, например, можете дергать любую. Даже с этой третьей или второй можете вместе бас опять-таки дернуть, то есть... Ритм соблюдайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прочувствуйте ритм. Джазовый ритм. Вот такой ритм. Па-па-па-па-па-па-па. Заучили? Уже можете без струн даже заучивать. Без звучания струн. Потом можете попробовать. Вот уже изучаем первую технику фингерстайла, ребята. Вы молодцы, уже до этого дошли. Не забываем про движение. Ритм наш. То есть хлопок идет на вторую и четвертую долю. Раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот и все. Аккорд АМ, семь. Аккорд F. То есть поняли, мы уже перешли к рассмотрению первого куплета. Ну вообще, куплетных аккордов и боя. Бой вообще продолжается на протяжении всей песни. Куплет пошел. Проходим. Всего два раза нужно пройти. И за вторым разом уже аккорд G7. Бьем 4 раза на аккорде G7 по струнам. Раз, два, три, четыре. Но и также делаем удары вверх. Раз, два, три, четыре. Этот ритм продолжается свинговый. В джазовом стиле даже. И дальше пошел припев. Припев делайте удар на аккорде С. Потом играем редо, редо на второй струне. То есть сначала удар вниз. Потом с хлопком удар вниз. И удар вверх. Потом бас вместе с ре дергаем. Редо, редо. Потом уже по всем струнам удар делаем.
ре, ду, ре, ду. Вот вместе с ре бас дергаем. Ре, ду, потом ре, ду. Потом аккорд F. С, соль, С. Еще раз, со вторым разом уже добавляем мизинец на третий лад, третью струну. Аккорд C7 пошел. Опять эти четыре удара, как на G7. Раз, два, три, четыре. Аккорд F. C, G. Заметили вот этот переход? По неполному бою проходимся на аккорде C, G. И вот на C уже опять полный. То есть на всех аккордах у нас полный бой, кроме последних, то есть предпоследних аккордов C и G. Припев. Все поняли. Дальше все так же повторяется. Когда играет губная гармошка, то же самое идет у нас на гитаре. Текст песни, дорогие друзья, будет в описании под видео. Поэтому смотрим и пытаемся петь под меня, чтобы уже выучить точно. И точно попасть в ноты. Тихий ветер вдали, суета впереди, пешеходы, дела, сзади наши следы. Ночь сменяется днем, у окна стоишь ты, первый снег, холода и безумные сны. Ты знаешь точно, что невозможно. Дальше идет соло на губной, как вы поняли. И вот эту фишку рэдо, рэдо, тоже нужно исполнять во время игры на губной гармошке. В медленном темпе учим и играем. Ну, можете вообще упростить, просто на аккорде С играть. И вообще без всяких семерок в этой песне можете исполнить. Это очень простая песня, ее вы можете исполнять на новогодних праздниках, на корпоративах, в общем, где угодно. Просто простая песня, ребят. Как я люблю сочинять. Сейчас посмотрим партию губной гармошки. Она тоже очень простая, поэтому проблем не возникнет. Ребята, давайте теперь посмотрим партию губной гармошки из моей песни. Как видите, немного обстановочку сменил, потому что не успел доснять в тот раз. Но ничего, думаю, даже получше будет для написания табов. Так, как мне стать, чтобы вам табы показать? В общем, с этой стороны будут появляться табы. А что такое табы? Это сокращенный способ написания звуков. Именно на губной гармошке, как пишутся табы, ставится цифра дырки, в которую вы дуете, и минус или плюс. То есть минус – это вдох, плюс – это выдох. Если заметили, ребята, песня начинается со вступления на губной гармошке. Поэтому тема из вступления на губной гармошке отличается от проигрышей на губной гармошке, которые проходят между куплетами. Давайте сначала посмотрим вступление на губной гармошке. Звучит оно так, это вступление. Довольно простая мелодия. Давайте ее скорее же посмотрим. Первый аккорд играется на 5, 6 и 7 дырочке, на выдох. Звучит этот аккорд дольше, чем все остальные дальше звуки. На выдох берем. Потом играем 5-ю на вдох, выдох и 4-ю на вдох. У вас должно получиться вот это. И потом уже на 4-й и 5-й дырочке уже доигрываем нашу мелодию. 4-ю на выдох, на вдох, потом на 5-й, 2 раза на выдох, потом снова на 4-й выдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Концовка очень простая, на одной дырочке нужно это все проделать. Еще раз повторим. Второй проход пошел. Тоже берем аккорд, но теперь уже смещаемся на
одно отверстие правее. Берем аккорд на 6, 7, 8 дырочке. И вот эту мелодию та-да-та тоже играем на одно отверстие правее. По сравнению с предыдущим ходом, который тоже был в тот раз. Теперь берем 6-ю на вдох, выдох и 5-ю на вдох. Вдох, выдох, вдох. И доигрываем на 5-е. 5-ю выдох, вдох, выдох, выдох. И на 4-й доигрываем как в первом проходе. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Вот и все. И уже потом с гитарой это все нужно подстроить. Гитара должна у вас автоматически получаться. Вы играете аккорды. И в это время с холдером играете эту самую мелодию. Та-да-та-да-та-да-да-да-да-да-да-да. Надеюсь, понятно. Хочу сказать одну вещь, дорогие друзья. Если немногие могут извлекать одиночные ноты здесь на губной гармошке, вот как написал, минус 4, минус 5. В этой пьесе, скажем так, в этом соло именно на губной гармошке не обязательно извлекать одиночные ноты. Как видели, в моем исполнении я не только одиночные ноты извлекаю, иногда даже и двойные. Поэтому у начинающих губных гармошечников, скажем так, вначале они не умеют извлекать одиночные ноты, а извлекают аккордами, типа того. В этой песне этот прием не осуждается, потому что он подходит здесь. Играть терциями называется этот прием, когда мы двойными нотами, то есть у нас на гармошке, например, четвертую и пятую дырку, если на выдох взять или на вдох, между ними расстояние, интервал терция, поэтому это звучит благозвучно, то есть не диссонирует. Поэтому, если пока не получается извлекать одиночные ноты, можете играть двойными нотами. То есть вот эти минус 4, минус 5, плюс 5, все так же играйте, попадайте в эти дырки и еще губой зацепляйте правостоящее отверстие. И получается звук двойной. То есть, где у меня написано минус 4, можете играть минус 4 и минус 5 сразу. То есть, по 2 ноты. И на выдох также, например, если стоит 5, можете играть 5 и 6 на выдох. Надеюсь, вы поняли. Переходим дальше к проигрышам, которые находятся между куплетами. Этот проигрыш еще легче. На самом деле, тут всего лишь 3 ноты обыгрывается. Очень просто. Как звучит эта мелодия? Очень просто на самом деле, потому что всего лишь 3 ноты здесь. На 2 отверстиях в основном играется эта мелодия. Берем 5-е отверстие на выдох. Потом на 4-х вдох, выдох, вдох, выдох. То есть у вас в голове играет припев. Ты знаешь точно, что невозможно. Тут то же самое, эту же самую мелодию проигрываем на губной гармошке. Еще раз, 5-ю на выдох, 4-ю на вдох, выдох, вдох, выдох. Потом 4-ю на выдох, вдох, выдох, 5-ю на выдох. 2 раза на вдох на 4-й и 1 раз на выдох на 4-й. Потом опять на 5-ю дырку, как в начале, на 5-й выдох. И на 4-й вдох, выдох, вдох, выдох. Очень просто. Всего лишь на 2 дырочках мы это все проделываем. Потом вставляем вот такой ход. На 6-й выдох, на 5-й вдох и на 5-й выдох. И на 4-й делаем выдох, вдох. Как бы за так, та-да, и опять повторяется эта самая мелодия.
Тут уже немножечко вставляем такой эффект, быстренько, который проходит. Как это сыграть? Берем четвертую на выдох, вдох, и пятую на выдох. И на пятую еще раз, два раза на вдох. Четвертую на выдох, вдох, пятую на выдох, и два раза пятую на вдох. Потом пятую на выдох, четвертую на вдох и четвертую на выдох. Спускаемся обратно. На двух дырочках всего лишь играем. И потом заканчиваем традиционно. На пятой дырке долго тянем выдох. Ми, потом на четвертой ре-до. Забыл упомянуть, играем на гармошке до мажорной. На С, тональность С. Вот так звучит мелодия, надеюсь, вы допоняли. Все вот эти табулатуры, которые я указал, все, что я вам сказал, и надеюсь, у вас получится. Ребята, чтобы вы немножко поняли, как соединить губную гармошку с гитарой, давайте кусочек из песни проиграю с соединением, медленно. Это было вступление. Все понятно. Тут идут аккорды, как и учили. Для того, чтобы у вас все получалось на автомате, нужно довести до автомата. То есть поиграть несколько дней эти аккорды, порядок аккордов и бой заучить. И как-то попытаться медленно соединить. Как играется проигрыш? Все понятно. В начале проигрышей играем ре-до, как я вам сказал, как на губной. На четвертой делаем вдох-выдох. И здесь то же самое играем. То есть еще раз. Экспериментируйте. Дорогие друзья, с наступающим Новым годом вас! На этом наш разбор подошел к концу. Очень благодарю, что вы досмотрели этот ролик до конца и, надеюсь, смогли выучить мою песню. Не забываем подписываться на музыкальный блог, чтобы уже в новом году, 2016, получать самые-самые классные разборы песен на гитаре, а также всякие уроки по игре на гитаре, на губной гармонике. И еще много-много чего интересного я для вас приготовил. Все это вас ожидает в новом году. Еще раз говорю, чтобы не упустить это все, подписываемся на мой музыкальный блог. Спасибо вам за внимание. С вами был Раиль. Пока.